набрала в Маршалсе столько вот левых, в смысле, левая обувка вот пары. Взяла померить. Нету зеркала. Чего нету? Такие. А мы сейчас были на пляже, нас застал дождь. Тут всякие вот шлепанцы. У меня все волосы мокрые. Ну так-то мы переоделись, а волосы-то мокрые. Гуляю, вообще полностью мокрая была. Осень в пределах 25-30, как некоторые 20. Вот захотела беленькие кедики или серые. И здесь из брендов известных только вот эти Nautica, Nautica. А эти, так, я не знаю, даже цвета. Вот эти вот какие-то интересненькие. Зеркало для них будет. Вот такие эти натика белые кедики. Хорошенькие. Вот очередные. Вот эти какие-то комфортные, вот натика не очень комфортные. А эти, а натика, это кожзам, а это просто вот такие вот тряпочные. Вот какие-то серенькие, как-то они странно смотрятся, не знаю. Даже не знаю. Нашла вот такие вот мюли, какие-то они расхлябанные, эти мюли, натика, тоже натика, что-то они то ли широковатые мне, непонятные. А, я смотрю, здесь много натики в этот раз. Это такие симпатичные босоножки, но у меня много шлепанцев, босоножек 20, симпатичненькие. Ромашечки. Я, да, где я такую вторую хочу померить. Правую туфлю. Тут какие-то симпатичные. А, нет, не хочу такие. О, нашла Стив Маден черненькая. Они 30. Такие комфортные, кстати, комфортные, но они какие-то такие длинные, кажется. Пыталась одеть вот эти вот цветные, не смогла одеть. Здесь вот не позволяет расстояние. Сколько они? 20. А еще вот какие-то нашла. Так, Маршалс всегда большой выбор различной обуви. Вот здесь это у нас. Это не был. Ой, что это? А, нет, нет, показалось. Вот такие симпатии. Сколько они? 20. Выбор огромнейший. Какие-то. А, по-моему, там язычок туда ушел. Там есть язычок. Он тоже симпатичный. Прям глаза разбежались. Вот такие вот тапочки. Нашла какое-то зеркало, но оно... Тут я такая мокрая сейчас после озера.
смотрю, в девятке тут какие-то с котиками прямо. Боже мой, сколько они? 17. Да, померить с котиками. Ну вот девятка, она чувствуется, что ей что-то большевато. Они такие уж широковатые немножко. Эти шнурки широковаты. Еще что-то тут беленькое. $20. Надо померить. Вот эти вот штуки пластиковые всегда мешают. Ну, штуки от угона. Так мешают примеривать. Примерила очень широкие. Так, это натиковая основа. Снова свадебные туфли. Так, нет, это босоножки, цены 25. Тяжелая. Так. О, нашла большое зеркало. Вот примеряю такие. Вот один такой. А второй такой. Котиками. Да, в котиках. Котиками. Вот, не знаю, какие лучше. Вообще $10. Интересно даже померить. А, ну они какие-то не очень. Примеряют такое платье. Не видно, оно очень длинное. У меня, похоже, есть с прошлого года сарафанчик. Немножко он более пышный здесь. Я хотела такой не сильно пышный.